Владимир Уйба доставил защитникам на передовую технику и оборудование. Два УАЗа, дроны, средства подавления беспилотников, маскировочные сети и многое другое, что помогает нашим бойцам с честью выполнять боевые задачи, сохраняя свои жизни и здоровье. Сегодня все это спасает наших ребят, помогает им вести освободительную войну с националистами. Сейчас переговорил с ребятами. Ребята настроены абсолютно по-боевому. Многие из них уже были в отпуске. Это тоже вселяет всегда уверенность. И приехав домой в отпуск, ребята рассказывают о том, как здесь на передовой весь, что тыл тоже всячески помогает. И возвращаются с новыми силами. И задача только у всех одна. И в тылу, и на фронте. Это победа, победа Великой России. Владимир Уйба выразил благодарность жителям и предприятиям региона за сбор гуманитарного груза. Эта работа будет продолжена.